Сегодня у нас олень. Рога. Самый лучший олень из всех оленей в нашем театре. Спасибо. Самый красивый бас. Спасибо. Лёшенька, я засняла спектакль, там будет слышно, как ты красиво поешь. Спасибо. С наступающим тебя Рождеством, всех тебе благ, Господнего благословения, с праздником. Ты будешь кутюист? Обязательно. Спасибо. Если что, приходи ко мне на огонек, на праздник. Всех зрителей твоих поздравляю с праздником, желаю любви, желаю удачи, желаю ярких эмоций, желаю хорошего настроения в наступившем году. Пусть ваше счастье вас найдет, если у вас все будет хорошо. Спасибо, Леша, ты всегда такие классные поздравления. И с Новым годом мне пишут такие поздравления, такие душевные, специально, не то что там, знаешь, смайлик скинул и какую-то такую картинку. Спасибо, ты очень грамотный, мудрый. Сейчас Леша наш уедет в Голландию. Мы будем за тобой скучать. Виталию. А, ты в Италию уезжаешь, да? Какого числа? 23-го, 5-го, не знаю, где-то там. Ага, значит, мне надо успеть. 23-го у меня день рождения. Нам надо до 23-го успеть трансляцию. Вот Самвел сейчас уехал в Одессу. Ему без нас весело, но надо сделать... Надо сделать, чтобы было грустно. Будем песни танцевать. Хорошо. Закуску организую. Спасибо, все, счастливо тебе. До встречи. Зрители тебя очень любят, всегда за тобой спрашивают. Спасибо, приятно. Саша Прокопенко, он же разбойник, он же пингвин, он же Дед Мороз, он готов за самые маленькие жалования и петь самые большие роли. Зольда Меньшова, рассказываю вам, друзья, очень декоммунизированный анекдот. Вы знаете, что у нас после декоммунизации, и мы о коммунизме немножко поговорим в той же в этой связи. Значит, у нас в свое время Леонид Ильич Брежнев захотел приехать к себе на родину, да? То есть Днепр. Ну, где-нибудь сюда. Он же там Днепродзержинск, он оттуда. Mm-hmm. Вот. И он говорит, давай, я хочу, Вот. И они все сделали для того, чтобы он поехал. Ну, поехал. Ему собрали самолет, но там, так как он уже принимает лекарства, ему надо было вернуться в Москву. И вот пока Леонид Ильич летит, тут дают команду, говорит, покажите деду то, что он хотел увидеть. То есть, как в Советском Союзе был построен коммунизм. Вот. И пока он летел, для него все организовывают. Прилетает он, его встречает, везут с трапа, везут там в колхоз «Миллионер». Он заходит, смотрит, там в колхозе «Миллионер» супермаркеты наполнены всякими товарами, кока-кола, пепси, все ломится, все есть. Это 100 видов колбас, 100 видов сыров, все есть. Короче, ходил. А как ваши люди там живут? Тоже завели дом, человека в доме телевизор, видеомагнитофон, он сидит, у него в шоколаде, все коврами завешено, золото везде, хрусталь, ну как только в самом лучшем виде. Говорит, ну хорошо, говорит, а что ему еще такое, чем вы удивите? И они его, короче, ведут, там такая ветхая избушка, вот, открытые двери, открываются двери. Вот, там стоит бык, быка одели в такой смокинг, тут манишка, тут у него бабочка такая, бык стоит весь, робит копытом. Ну и Леонид Ильич такой удивлен, это что такое? Вот, ну тогда берет этот самый вилами быку в задницу, только хряк, и бык такой стоит. Малая земля! Ой, Саша, ты конечно, молодец. Сегодня мы копировали Брежнева. Так, в следующий раз кого-то другого знаю, Саша копирует всех. Позиция тоже важна, а вот все руки. Вот все руки, ничего важного, так и не вкрал. Всем привет! Thank you.
наверное, злится, что ей уйти пришла пора. Поверьте мне, и к лучшему в свете, поверьте мне,
Thank you.
отъезжает. Вот так где-то крепость.
страшней, не теперь держаться с ней. Ты с ума спешла сосед, вот еще не заберешь, вот в тебя я крошку сниму. Yeah.
Oh,
ты мне мешаешь, как всегда. Сложи я должен слово вечность из крохотных кусочков льда. Oh,
сосед, как жизнь.